Теперь у преступников в штате Алабама, США появится альтернатива тюремному сроку и штрафу. Нововведение касается людей, совершивших нетяжкие преступления, которые, тем не менее, попадают на рассмотрение суда. По решению судей, вместо наказания в форме тюрьмы или штрафа, они могут быть направлены в церковь. В случае согласия судьями, преступники обязуются в течение года каждое воскресенье посещать церковь. Кроме того, еженедельно они будут должны отмечаться у пастора и полицейского инспектора. Если годичная церковная программа завершится успешно, дело правонарушителя будет прекращено. У этой программы есть и оппоненты. Американский союз борьбы за гражданские свободы утверждает, что она нарушает Конституцию. По ней правительство не может заставить кого бы то ни было посещать церковь.